Я сегодня опять снимаю из окна своего первого этажа. Вот можете увидеть, что мусора добавилось. Вот, пожалуйста. Сейчас тем более такое освещение. Солнышко уже немного повернулось за дом. И мусора вот хорошо особенно видно. Вот возле забора это видно, были попытки уборщиков, уборников заметать. Но они мусор смели кое-какой и оставили вот так вот кучей. Садик продолжают делать. И вот приехала такая огромнейшая машина, что-то там крутит. И от нее такой звук, что наш дом весь вибрирует от этого звука. Не знаю почему, но идет... Вот, слышите? Такая вот вибрация по всему дому идет. Вот какой контингент людей у нас тут ходит. Он уже чувачок какой-то залип. Сидит он уже там 2 часа. Вот к нему подошел мужчина, как видите, узнать, как дела. Нормально, залипаю, сижу. Сейчас попытки встать, он очухался. Все, разбудили. Сейчас постоит, пошатается. А? Все. Сперся об заборчик. Еще там постоит. Когда... Ну, как бы так, мусор никуда не девается. Интересно, все-таки уберут ли у нас под домом мусор или нет. Парк сделали аллейки, очень обчекрыжили. Деревья такие были красивые, деревья могучие, класс. Верхушки убрали. Не знаю, зачем, с какими соображениями. Тоже там верхушки убрали деревьев. Так, сделали аллейки такие широкие, хорошие. Надеюсь, что они еще сделают, ну, как бы, вот эти все раскопки поубирают и насеют туда траву. Было бы красиво. Лавочки поставили. Ну, и до этого лавочки стояли, но не везде, а вот этой по центральной такой дорожке. А здесь было людьми натоптано. И, в общем, сделали везде такие красивые дорожки, где люди ходили. Такая красота. Там лицей, там садик, который делают. Чуть дальше еще пройдусь. Ракурса. Вот деревья. У меня есть фотография, где эти деревья очень-очень красиво смотрятся. Теперь такой красоты осенью не будет. Вот лицей. Учатся детки. Тоже забор недавно построили, переделали. Садик. Красивый. Сейчас земли накидано. Может, будут убирать, чтобы наводить красоту. Хотелось бы в это верить. А это вид сзади тампора. Вот тампора сбоку. Это раньше был работающий кинотеатр. Закрыт, мне кажется, он уже больше, чем 10 лет. Здание просто осыпается. Он находится напротив парка Отрадный вход. Если бы облагородили, сделали тут какой-то развлекательный центр, то было бы просто бомба. Так здание стоит, просто уже рассыпается. Thank you.
виднеется вход в парк Отрадный. Сегодня я туда не пойду. Сегодня я покажу, что с этой стороны. Новый дом построили через дорогу. Наверное, прекрасный просто вид с окон. Особенно, которые выходят на парк Отрадный. Так, Тампера выглядит с этой стороны. Эти двери закрыты. Так, разливайка. Вот это поставили. Можно купить кофе здесь и отправиться гулять в парк Отрадный. Ну, асфальт у нас на Отрадном ужасный. Очень ужасный. Наверное, забыли про него вообще. Дорога тут очень давно не делается. Мусор, бумажки, кульки. Мусора очень много. Очень грязно. Может, еще будут убирать, я надеюсь. Вот так вот выглядит там. Ларек Кава Брейк. Обнов стал подиум Европы. Каштаны. У нас тут очень много каштанов. Теперь я держу путь дорогу домой. Сделала такой круг подсчета. Получается, с обратной стороны Тампера, вот я с другой стороны его обхожу. В засаде, который чинят. Такая тропинка под домом. Ну, здесь под домом мусора не так, как у нас. Может, здесь убирают или не так мусорят. Не так выкидывают все старательно из окон. Тут деревья не обчекрыжили. Такие могучие, здоровые деревья. Ой, как приятно пахнет. Эти цветущие деревья. Вишенки, черешники. Алый чай еще тут где-то растет. Тут постоянно ведутся у нас раскопки. Главное, выкопают на год. Не видно, чтобы они что-то туда делали там. Только мусор собирался. И обратно все закопали. Когда сухо, нормально, когда дожди, тут такое болото. Садик. Да, этот ремонт уже тут закончится. Вот я непосредственно прохожу под окнами нашего дома. Видно, тут мусор собирали сами люди, которые высаживают, какую-то пытаются красоту навести возле окна. А вот мусор сметанный и не убранный. Вот такая тропинка, видно, по ней уже долго никто не ходил. Ну вот, собственно, мусор.
Лезидло какое. Ну, понятно. Убирать тут никто не будет. Ждут, пока все зарастет травой. Вон бумажки. Вот. Что у нас творится? Конечно, опасно ходить под окнами, но я пройдусь. Паскуда це робить. Ну, с пятых этажей это точно летит. Я же даже знаю, с какой квартиры. Там алканавты живут. Положили, конечно, вот эту аллеечку, все хорошо. Вот это куча земли, песка. Что должно тоже, наверное, убраться. Или они так оставят и ждут, пока само рассосется. Уже ж надо довести до ума, чтобы красиво было. Вот у нас сразу школа. Закончилась нормальная аллейка и началось. И пошла дальше дорога Отрадного, Белецкого. Тоже куча мусора, очень грязно. Ну почему так грязно? Ну жуть. Так, проводим конкурс на самый грязный район. Честно, я еще нигде не видела такого количества мусора, грязи. Вот люди даже, это видно с первых этажей, стирают и вывешивают на улице свои постирушки. Вот. У людей тоже попытки облагородить, посадить какие-то цветочки, зелень. Детская площадка уже с таким песком зацементированным, уже сколько раз эту площадку переделывали, спустя год опять ее на запчасти растаскают и ничего не остается. Это опять не так давно относительно поставили новую. Ну, в общем, все, такая небольшая экскурсия. Будем делать конкурс «Чей район грязнее». Дома открыла окошко и вышла кошка погулять. Лёлик, свежий воздух, да? Кэцик. Кэцик, куда пошел? Ты моя любавушка. Любишь меня? Любишь? И я тебя люблю, как же я тебя люблю, же сранца такого. На улице хочется, да, по травушке-то побегать. Да, красота ты моя. Ай, Мурло. Ай, иди. Иди подыши свежим воздухом. Давай.
Моя крыса. Он такой красавец у нас. Жопу как кошка задирает. Да? Он как радостно хвостиком виляет. Нравится, Люлик, да? Когда тебя гладят. Да. Да. Сирныш, ты мой любимый. Ой, ты моя макака сиропукая. Животное. Да, ой, как нравится, когда тебя гладят. Ну все, все, я не буду, все хорошо, все, не буду. Нет, ты не макака сиропукая, ты Лёлик. Ой, ты жопка. Лёлик, ты знаешь, что ты Лёлик? Ты такой красивый. Ну, то есть ты такие гарные взялся. Потрусил. Брюхо такое. Надо укусить и обтереться. Ты моя животное. Животное мое. Слышишь? Вот так. Да, да. Вот так. Ой, не, ой. Грызун.